опер по вызову, пятый сезон, описания сериала. Представители секретного подразделения криминальной разведки раскрывают сложные преступления, используя нетривиальные методы. Например, переодевание, работа под прикрытием, различные манипуляции и даже не гнушаются шантажом. Конечно, их способы борьбы с криминалом часто негуманны, зато неизменно эффективны. Используя обширные связи в правоохранительных структурах, командование подразделения освобождает из зоны капитана Артема Трофимова, строя при этом на этого опытного силовика свои планы. Изначально оперуполномоченному дали 8 лет тюрьмы за убийство, но этот мужчина искал любые возможности досрочного выхода на свободу. Когда руководство департамента криминальной разведки помогло вызволить Артема, то поставило условие: к Трофимову представляют надсмотрщика. Под столь строгим контролем бывшему заключенному будет тяжелее отомстить подставившим его врагам, которые также прикончили его девушку Софию. Невзирая на трудности, офицер желает прийти к соглашению с напарником, снова приступив к работе. Герой не подозревал, что надзирателем будет не мужчина, а обаятельная сотрудница органов правопорядка, у которой за плечами спецназовское прошлое.